А теперь в синий. Подожди, с закрытыми глазами. Я сам не знаю, как это получилось. Это лошадка для тебя. Спасибо. Вот она, рожица кривая. Ух! Это из натуральных, экологически чистых продуктов специально для тебя, то есть для вас. Ну да, очень мило выглядит. Машенька, я просто счастлив, что мы снова вместе. А звучит прям как тост. Да? Угу. Вам же нельзя. Ну, зато тебе можно. Винца. Да? Да. Можно? Можно. А я сок. Угу. Так, так, так. Вот тут у меня зазеркалье как раз все есть. Так, ой. Оп. Немножко осталось. А сок мне можно? Вот, голова на тарелке, на блюде. Так, сок. Где мой сок? Стаканчик, стаканчик. Спасибо. За нас. За то, что ты и я теперь мы. Угу. На брудершафт? Давай. До дна. О. О, потрясающее вино. Обожаю, обожаю тебя, Маша. А что ж ты не кушаешь? Кушай, пожалуйста. Как же я тебя Слав, ты что, не ешь? Я просто как-то... Что? Жар бросило немного. Душновато как-то. Из-за дождя, наверное. Да-да. А может, пойдешь поспишь? Да, действительно, я в последнее время очень мало спал из-за тебя. Пойду, наверное, полежу немного, ладно? Дремну. Ой. Аккуратно. Только ты меня сразу... Славка, просыпайся. Угу. Я пройду.